мы подали жалобы по всем комиссиям для развеста блокировки подписей. Также жалобы подали координаторы, члены инициативной группы, избиратели. Очень много жалоб, много заявлений от граждан, которые подтверждают, что они давали свою подпись только членам инициативной группы, сами ставили дату, сами ставили подпись. Сегодня мы адвокаты, которые имеют нотариальные доверенности, прибыли в Мингорисполком и Миноблсполком на заседание комиссии. Подали ходатайство об ознакомлении с решениями районных комиссий, потому что они сейчас находятся в Минобл и Мингорисполкоме. Эти заявления не были рассмотрены. Председатель комиссии сказал, что нужно время подумать. На заседание нас также не пустили, поэтому мы ожидаем, когда нас уведомят, чтобы мы могли прийти и ознакомиться. И в течение 3 дней должно быть назначено рассмотрение жалоб у всех граждан, которые эти жалобы подали. Мы надеемся, что до этого времени мы сможем не только ознакомиться с материалами проверки, но и подготовить мотивированное возражение по этим материалам. То есть уже кое-что есть, у нас есть гипотезы, что именно произошло, но мы хотим их подтвердить и, соответственно, высказать свою позицию. В Генпрокуратуру можно обращаться при любом нарушении законодательства. Генпрокуратура может вносить предписание на основании 41 статьи закона о прокуратуре. Также мы полагаем, что есть право на судебное обжалование, и оно точно существует, когда, если будет принято решение о регистрации, то есть решение ЦИК, там же тоже будут затронуты эти моменты. Но мы полагаем, что право на судебное обжалование не может быть ограничено, несмотря на позицию отдельных лиц, что оно ограничивается в данном случае. Поэтому, если нам не удастся судьбу подписи решить при обращении в комиссии вышестоящим, безусловно, будем продолжать эти попытки, поскольку каждая из 200 000 отбракованных подписей, на наш взгляд, валидная, нормальная, и за каждой этой подписью стоит реальный человек, это его подпись, он имеет право на то, чтобы его учитывали. Во-первых, в делах по административным вопросам время доказано лежит на государственном уровне. Это они должны доказать, что подписи недостоверны. У нас есть все эти подписи, у нас есть сканы, у нас есть свидетели, которые эти подписи, собственно, и ставили. Поэтому, если будут какие-то доказательства, что эти подписи недостоверны, мы будем опровергать всеми имеющимися средствами доказывания.